Друзья, всем привет! И сегодня я вам покажу все предметы на учиру основные и как быстро набрать баллы в марафоне. Итак, в марафоне в своем классе я 5. В принципе, я в топе 5, но надо, как говорится, с каждым разом повышать свою планку. Поэтому я начинаю с самого легкого уровня, точнее предмета, который называется программирование. Итак, заходим. Так, загружается. Так, пока вы к нам приходили, я уже тут кое-что сделала. Конечно, я немного переборщила с действиями. Ну, это ничего. Ошибки случаются у всех. Именно я вам сейчас скажу. Я хочу вернуться назад. А сейчас еще немного удалять осталось. Так. Удаляем. Вот, теперь вот так. Вот так вот. Теперь можно запускать. Так, смотрите. Этот Гриша сейчас вот поедет. Опа, назад. Опа. По моей программе. Вот. И мы выполнили все. Мы собрали все звездочки. Как говорится, я становлюсь мастером. Но мы проходим с каждого предмета по одной карточке. Теперь, значит... Ой, это мой класс достиг цели марафона. Вот. Это, кстати, вот за волшебную осень, а это за эру роботов. Это хорошо, но мы будем набирать дальше, как говорится, стремимся к лучшему. Итак, мы одну карточку по программированию пройдена у нас. Теперь математика. Итак, посмотрим, что у нас тут еще. Ага, спрятанное круглое число. Надо потренировать. Итак, грузовики. Ох, сколько с ними я намучилась, скажу вам сразу. Ну, начнем. Так, будет 50, 47 плюс 3, 64 плюс 26, 90 будет. Вот. А 32 плюс 28 будет 60. Так, дальше. 26 плюс 14 будет 40. 47 плюс 43 будет 90. 15 плюс 45 будет 60. Так, едем. 13 плюс 17 равно 30. 69 плюс 11 равно 80. И 28 плюс 42 равно 70. Так, дальше. 32 плюс 26. Ой, 32 плюс 28, простите, равно 60. 64 плюс 26 равно 90. И 47 плюс 3, о, это легко, равно 50. Так, едем. 43 плюс 27 равно
70. 21 плюс 39 равно 60. 14 плюс 6, ой, это легко, равно 20. Едем! 15 плюс 45 равно 60. 26 плюс 14 равно 40. И 47 плюс 43 равно 90. Так, едем дальше. И последнее, тут главное не ошибиться. 24 плюс 6 равно 30. Так, 27 плюс 23 равно 50. 48 плюс 32 равно 80. Так, мы прошли эту карточку. И вот. Вот какие у нас результаты. Так, идем дальше. Математику мы прошли. Вот. Теперь у нас русский язык стоит в очереди. Итак, мы вот тут прошли. Вот. Нет, мы тут еще не прошли. Ага, вот. Словарные слова. О. Произнеси вслух цитата. Ну, цитата. Чего дальше? Слышим цитата, а пишем цитата через и. Понятненько. А цитата. Проверка. Так, все правильно. Цитата. Угу. О. Правильно. Все. Мы прошли карточку. Так. Дальше. Русский есть. О, английский. Тут нам придется послушать. Давайте прямо сейчас включаю погромче. Так. Listening. Так, чего мы тут будем слушать? О, я тут не доделала немножко. Я тут начала вести, но не доделала. Evening. О, evening — это у нас вечер. Значит, вот это. Evening. Дальше чего? Great. Great. Что такое listen to answer? Послушай и подбери ответ. Хорошо. How are you, Lily? I'm great. I'm great. I'm great. Вот так. How are you, Alice? I'm angry. I'm angry. I'm angry. Excellent. Excellent. Все хорошо. Good night, Mom. Good night. Night. Good morning, children. Morning. Morning. Perfect. Perfect. Good evening, boys and girls. Good evening. Evening. Good afternoon, Ben. Afternoon. Great. Great. What's your surname, Kevin? Surname. My surname is Flint. Так, surname. Фамилия. Surname. Excellent. Excellent. Итак, мы прошли вот карточку по английскому. Так, двигаемся дальше. Математика, русский, английский. Остался единственный окружающий мир. Так, мы тут прошли еще раньше не все. Вот это мы нездоровый образ жизни мы не прошли. Соблюдаем чистоту.
Так, чего-то задание. Для чего нужны все эти предметы? Для мытья тела. Подпиши название предмета для принятия душа. Ну, так. Итак, кран, вот он, полотенце, ага, вот оно, шампунь, вот, мыло и мочалка. Дальше. Для чистки зубов. Так. Зубочистка, зубная нить, вода. Зубная паста где? Вот. И зубная щетка. Нет, конечно, ему нельзя сразу есть за стол. Конечно же, но не позвонит же бабушке. Нет, конечно, не может. Так, и, наверное, вот так. Вот так. Собирать игрушки не нужно никогда, конечно. Конечно же, каждый день. Дом очень важно жить в грязи. Нет, конечно же, соблюдать чистоту. Устраиваем пикник. Оп, 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 оп. Так, чего дальше? Что делать с мусором в лесу? Так же, как дома в лесу, нужно соблюдать грязноту. Конечно же, нет. Чистоту. Для этого нужно собирать мусор и оставлять его в лесу. Зачем тогда собирать? Забирать его с собой. Верно? Давай. Нужно найти урну и выбросить его. Да, конечно. Нужно бросить мусор под ноги. Оп. Выбросили. Потрясающе. И последнее. Составь плакат о правилах гигиены. Тащи нужные консервы на только. Чистим зубы. Моем руки. Нет, конечно же, не мерзнет. А вот умываться надо. Плакать тоже не надо. А вот поддерживать чистоту вполне. Дальше. Здорово! Мы молодцы! Итак, мы прошли карточки по всем предметам. Вот сейчас возвращаемся. Вот. Мы прошли карточки по всем этим предметам. Итак, с вами была Даша, и всем пока-пока!